День добрых дел. Рися 11 лет. Ее жизнь сильно отличается от жизни других девочек в этом возрасте. Из-за аутизма, туберозного склероза и приступов эпилепсии не может быть все как обычно. Рите необходимо постоянное лечение, врачебный контроль и педагогические занятия, которые помогают ей не останавливаться в развитии. Девочке повезло с мамой. Благодаря ее жизнелюбию и оптимизму состояние Риты выравнивается. Хотя настроить ребенка на простые вещи, например, прогулку, бывает очень тяжело. В этом году, кстати, Рита еще не выходила гулять, а раньше делала это с удовольствием. Мама надеется, что этот этап скоро закончится. Зато в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра» девочка каждый раз спешит. Сначала педагоги занимались с ней индивидуально. Постепенно она освоилась. Отрицание сменилось доверием и интересом. Рита влилась в группу. Мама рассказывает, чтобы дочь захотела выполнить задание, ее не нужно тащить и заставлять. Достаточно шепнуть на ухо. Тогда ребенок сделает все охотнее. Рита не владеет речью, но хорошо чувствует и понимает музыку. На разные мелодии она реагирует по-разному. Кружится, подпевает без слов, может увлечь кого-то из ребят в танец. Например, своего друга Вадима, о котором шла речь в одной из прошлых программ. От дочки, говорит мама, идет такая сильная и добрая энергия, что руки как-то сами снова поднимаются. Но без нашей помощи Рите и другим ребятам, которые приходят вместе с ней на занятия в центр, не справятся. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100». И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.